Молодежь является важной общественно-политической силой, что можно объяснить повышением политической активности молодежи в современных условиях и заинтересованностью власти во взаимодействии с молодым поколением для реализации и поддержки своей деятельности. Поэтому вполне понятно внимание к этому важному вопросу. Региональная научно-практическая конференция под названием «Молодежный парламентаризм. Векторы регионального развития» прошла в филиале Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани. Она стала площадкой для представления и апробации научных и практических разработок, обмена опытом, знаниями и практиками по вопросам развития молодежного парламентаризма. Я вижу, насколько вы вложили душу в подготовку этой конференции. Во-первых, состав участников очень широкий. Во-вторых, очень интересная тематика. В-третьих, вы вынесли конференцию за рамки вуза. Вы пригласили местную власть. И очень приятно, что присутствует представитель избирательной комиссии. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что активность молодежи возрастает, и этому во многом содействует Совет молодых депутатов Краснодарского края. И, соответственно, на местах тоже мы начали создавать свои советы молодых депутатов, утвердили структуру, регламент работы, и началась плодотворная работа. Сегодня в нашем составе 54 депутата молодых. Вот, ведут активную работу, они активно взаимодействуют с администрацией нашего района, участвуют во всех наших мероприятиях, посещают сессии, ведут огромную патриотическую работу. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко подчеркнул, что важно представлять себе образ молодого человека, его взгляды и источники получаемой информации. И нам важно всем, вот и особенно окунувшись в молодежную среду в рамках тех секций, которые запланированы, огромное спасибо, Ольга, действительно серьезное направление будут рассмотрены в ходе этой конференции. Я уверен, мы для себя возьмем ряд направлений, которые станут приоритетными в работе не только социального блока, но и блока экономики. О необходимости привлечения молодежи к политической жизни общества говорил в своем выступлении председатель избирательной комиссии Славянска Анатолий Чумаков. Для того, чтобы как-то привлечь молодежь к проведению вот этих мероприятий, мы прежде всего проводим мероприятия различного уровня. Это конференции, это круглые столы, это конкурсы, это работа молодежного совета при ТИК Славянска, куда входят у нас это студенты без института, это молодежь района входит. Также работают у нас молодежные политические клубы, как нашего пединститута, техникума, одного и второго техникума, куда входят ребята. Я хочу сказать, что на протяжении многих лет ребята, которые принимают участие вот в этих конкурсах, всегда занимают призовые места. В ходе научно-практической конференции было проведено 3 секционных заседания, на которых заслушаны 34 доклада и круглый стол, собравший около 40 очных участников и до 200 человек в онлайн-формате. Во время подведения итогов работы конференции были награждены победители секционных заседаний. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, программа «События».